Всем привет! Сейчас подъехали к магазину Меннонитов и покажу, что у них сейчас есть. Вот зимой, что у них есть. Теплица закрыта. Я как-то показывала видео внутри этой теплицы делала. Сейчас все закрыто, зима. А вот здесь вот уже все высохшее. Смотрите, какие скворечники здесь продают. Какие кормушки красивые. Вот, вот она сверху, получается, открывается. А нет, здесь нет отверстия. Не совсем понятно, как она. А, вот, вот отверстие сверху. Туда засыпаешь семена, и вот такой вот дятел. Ну, разные птички здесь. Красивые, интересные. Даже сова есть. $35. Вот такие интересные кормушечки. Вот такой вот скворечник за $195. Вот здесь сколько домиков. Открываются они вот так вот. И можно вычищать. Вот. Такие замечательные скворечники и кормушки для птиц. Это $28 скворечник. И с этой стороны магазина вот какие скворечники. Это вот металлическое, вот это дерево, крыша металл. Вот какой скворечник. $13. Деревянный полностью. И вот какие интересные. Это дерево, металл, металл. И вот какие есть. $29. Смотрите, какие сливки покупает мой муж. Сливки для кофе. Со вкусом печенек Орео. Видно будет? Нет, интересно. Они такие бежевого цвета. И вот это сливки со вкусом Сникерса. Вот. Они тоже такие бежеватые. Сладкие, аромат и вкус именно того, что здесь нарисовано и написано. Я сама не пользуюсь ими, потому что я кофе пью без сахара, а эти сливки сладкие. Вот, я добавляю обычные сливки без всяких добавок. Вот. Ну, возможно, у вас тоже есть что-то наподобие. Ну, кто не видел, кто не знает, вот, вот такие сливки бывают. Мужу очень нравится. Вот ему особенно вот Сникерс очень понравился. В этот раз мы первый раз взяли Сникерс с запахом и вкусом Сникерса. Вот. Он обычно в последнее время вот такие вот покупал.
Вот такие вот сливочки. Потом взяли мы вот такой спрей. Это типа жидкого лака спрея. Мы хотим побрызгать пень. Дерево, которое мы спилили перед домом. Вот хотим вот этот пень побрызгать сверху. Чтобы, ну, защитный слой был, чтобы оно не гнило. Вот. Прислали мне каталог. Это компания, где я покупаю семена. Baker Creek. Вот эта компания находится в нашем штате. Заказываю. Ну, мы там были, конечно, но это далековато от нас ехать. Мне удобнее просто заказать онлайн. Тем более сейчас с этого месяца у них на сайте бесплатная пересылка. До этого пересылка была платная. Вот сейчас любой заказ бесплатный. Плюс дают в подарок какие-то семена на 2020 год. Каталог бесплатный. Вот семья, кстати. Чья компания это? Вот, муж с женой. Вот это вот их биологические дети. А вот это вот детки. Они удочерили, усыновили. Брат-сестра, по-моему. Семья это вегетарианцы они. Вот. Мясо не едят. И меня что обрадовало, теперь пересылка бесплатная. Вот, даже если... Хоть 20 упаковок закажешь семян, хоть одну упаковку, будет бесплатно. И я заказала позавчера у них с сайта один вид баклажанов и два вида томатов. Сейчас покажу. Так, немножечко вам пролистаю. Вот, я хочу вот такие вот бобы, фасоль вот такую вот зеленую. Тоже в планах приобрести. Вот у них на сайте есть. Чуть-чуть вам полистаю. Покажу, какие томаты я приобрела. Баклажаны здесь сорта нет, которые я приобрела. Вот такие вот, ну, наподобие вот таких огурцов. Я по обмену приобрела. Вот такие тоже. Такие я покупала. Такие вот тоже у меня есть семена. Вот баклажаны. А, здесь такого сорта нету, да, я забыла. Сорт такой есть только онлайн. Они что-то типа таких, но вот такого цвета. Сорт я забыла, как называется. Баклажанчики. Вот пепина, которую я сажала в том году, а выросло совершенно другое. Ну, семена китайские были. Сейчас до томатов дойдем. О, люфа. Сколько люфа. Вот это их дед, кстати. Вот семья, которую я показала. Вот это или его отец, или ее отец, или дед. В общем, член семьи. Зелень различная. Ух, какие листья. Все вот это съедобное. Травы различные есть. Вот у меня название, правда, другое, но очень внешне похоже. У меня вот такой салат есть. Дыньки. Вот такой вот тоже я приобрела сорт. Ну, не у них, по обмену приобрела. Бамия. Так. Вот, вот такой вот я сорт выращивала в том году. Мамордику. Вот я у них семена покупала.
белая мамордика. Лук. О, перцы пошли. Острые перцы. Про острые перцы это вообще отдельное видео. Наверное, сниму. Потому что у меня столько сортов теперь есть. Ой-ой-ой. Плантацию можно выращивать. Вот, мне обещали вот такую вот редьку. Ну, где томаты? Тыквы. А, вот такую я тоже планирую заказать. Такие семена физалиса. Уже редкий сорт. О, томаты пошли. Очень хорошо. Сейчас покажу. Я очень редкий сорт нашла и заказала. Вот, вот он. Обалденный вкус. Самые вкусные помидоры, говорят, какие только пробовали по отзывам. Так, этот сорт выведен в 1893 году. За 10 семян $5. Вот я так и заплатила. Заказывала онлайн. Вот такой вот дорогой сорт. Потому что очень редкий. И количество семян там ограниченное. Так что буду сажать. Заказала уже. Еще не получила пока. И сейчас еще покажу, какой сорт я заказала. Это полосатые. Вот эти вот помидоры, они частично пустые внутри. Их начинять можно, как вот болгарские перцы. Так. Вот такой вот сорт тоже по обмену. Вернее, как мне подарили вот этот сорт. Именно этот сорт подарили. Вот, вот эти семена я заказала. Видите, какие они? Сине-красные. Эти не такие дорогие. Эти семена, по-моему, 15 или 25 семян за $4. Здесь количество не написано. Различные здесь арбузы, цветы. А, сейчас еще покажу, что прелесть какая. Одуванчики, посмотрите. Желто-розовые одуванчики. Я никогда такие не видела. И бело-желтые. Вот за желто-розовые 15 семян $3,5. Вот цена. Вот. А за бело-желтые 25 семян $3,5. Пинацея. Ну, вот одуванчики, это прелесть. Ну, различные травы здесь. Мне этот сайт, вообще компания, мне очень это нравится. Ну, считается как самая популярная в США. Кстати, пересылают в другие страны тоже, если кому интересно. Такой вот обзорчик каталога. Те люди, которые выращивают, у кого огород есть, думаю, им было интересно посмотреть.